Ну что, всем привет! С вами... А мне кажется, отличное начало. С вами канал реакции девушек. И это реакции на все, что происходит вокруг. А что, сегодня мы будем смотреть веселые видосы. Так что давайте начнем. 785 секунд смеха. Мне уже нравится музон. Такой новогодний. Да кажется, значит не кажется. Значит, цитата великих Бузова. Вы действительно считаете это правильным? Я не считаю это правильным. Кстати, дай мне это вкусвил же. Пирожок, тебя не пускают? У вас два пропущены. Не хватило денег на виниры, не заработала. Ну что? Что тут смеяться над человеком? iPhone. iPad. Ой, я так же сделаю, у меня тоже. Ай, бля! Давай, что в карманах, что в карманах. А должна была быть ай-чашка. Что в карманах? Оп, о, ёбана, ебать, что это? Витя. Это твоя тёлка, бля. Нет. А перед тем, как мы продолжим, ответь мне на него. Когда у тебя не только девушка бревно, типа того. Бумага в туалете закончилась. Твою мать, у него бумага закончилась. На, возьми. Наждачку найди, не мешай. А? Чё? Обратной стороной вытирай, ну не образи, он же идти. Просто. Чего, бля? Это чё за хуйня? Я здесь. Я ещё от предыдущих шуточек не отошла. Кто написал фантастическую повесть «Трудно быть Богом»? А Бог. Братья Стругацкие. Ни хрена себе, как он так? Все салюты пропустил. Блин, это же замуж. Когда ты бегаешь, кажется, если салюту. Если пердеж проходит через трусы и джинсы, как тканевая маска может защищать от вируса? Вообще-то даже. Скотина тупая, я тебя больше не... Кузнечик, добрый вечер. На морду прыгнул мне. Твой наш утюг по-английски вот так. Итак, вот приблизительно где мы находимся. Окей, Google. Где я? Где? Ребят, пятерочку бегу, надеюсь, успел. А, нет, все уже, собакой перекрыли. Значит, завтра придется приходить. А чем пахнет от меня? А чем пахнет от меня? Ну, а я чем пахну? Чем от меня пахнет? А чем пахну я? Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать? Не хочу. Не хочу. Спасибо, доктор. Блок питания пердун на 500 ватт. Продам процессор. 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 Это, блядь, не процессор. Это жесткий диск. Все, мам. Вот уже 3 часа все экстренные службы города заняты тем, что пытаются снять с дерева женщину по имени Галина. Вот это вот моя темка. Она поднимает руку и там прям... А, да ладно, во время похода по Ликийской тропе в таких кустах Птушкин ночевал. Я не понимаю. Блин, это очень смешно. You're coming home, me. Я солевой сомелье. И я солевой. Это как? Привет. Продолжи, пожалуйста, фразу. Я поднимаю этот тост за милых. Дам. Ну, я тогда заеду. Болт маленький,
Чем надежно? Маленький болт, который сложно найти. Владимир рассказал о причинах его проблем с девушками. Я обожаю их вообще. Да ладно. Вот так вот беременели после вакцинации. И женщины, и мужчины. И мужчины беременели. Я вижу выход. Вакцинация она такая, что. До свидания. Боже, дай мне знак. Сколько там мужику беременному обещал этот миллион? Походу, моя очередь сраться в штаны. С ребенком это игра. Для девушек это очень удобно. С двумя руками сейчас аккуратненько прижимать полу. В смысле для девушек? Ой. Фу, какая гадость. Смотри, вот тебе москитная сетка. Не заценила пельмешки. Мы его таскали за окно. Как это и положено. И, то есть, как бы, ну, это выглядит вот так. И с какой бы стороны ты ее не всовывалась, то с этой чуть-чуть всовываешь, что с той ты уже ее не всунешь. Блять! Этого следовало ждать. Ну, вообще неоднократная история, на самом деле. Когда ты облокотилась на сетку, она выпала. И поэтому, а тем более, нахуй, одеть как... Обойму. Мне тоже так кажется. А не надо! Не дало пряника, нахуй. Но не в этой игре мы станем миллионерами. Ребята, было очень много этих ситуаций. По мне стреляли, и я упал в лужу. Мне кажется, я перевернулась. По мне стреляли, и я упал в лужу. Или сколько, они там, или сколько они лям там выиграют. Ты мы миллионером станешь. Который, я еще раз повторяю в твои глаза, нахуй, и говорю. Который. Который, да, я тоже затворяю. Мы миллионеры. Который. Блин. Чтобы, блядь. Да, где же я была эти два месяца? Ламинат. Я думаю, это очевидно. Жопу брила. Что? Очень. Нет, я меняла пол. И потом она скажет, что ламинат. Вместе кто-то усыпано. Я так один комп убила. Кофе. А я знаю, почему девочка не убила. Потому что вино не убивает. Потому что у них отваливается. Я сегодня у Юльки нашел под кровать. Кому? Кусь. Что ты бежишь? Ну ты же меня не слушаешь, как всегда. Просто мои слова не... Безконтактный бой. Ну, я жартую на все. Люди, як мухи и бжелы. Бжелы шукают квіти, мухи зовсім інші. Будете заказывать. Акулі, блядь, бургер, ёбана, рот. Смотри. Какого цвета маникюр? Белый. Темнее меня. О, какой надо.
адресуется тем, кто говорил, что у меня нихуя не получится. Просто обожаю. У меня нихуя не получилось. Нормально. Чё, Яндекс.Еда, Деливери, кто ты? Неплохо. Вот такая доставочка бывает даже. Также здесь находится такой вот советский велотренажер без седла. Вот. Да, в натуре. Так вышло. Упс. Чем это она так? Что за маркер? Жесть. Да ладно. А чего это? Какая жуть. Жесть вообще. Ну что, как вам такие видосы? Какой понравился больше всего? Пишите в комментариях. Мне понравилась игра, вот кто бы стал миллионером, как стать миллионером или что-то. Мы миллионер. Да, да. Мне кажется, это игра, которую мы заслужили. Просто жители 21 века и пользователи ТикТока и мемчиков классных, которые любят. Мне кажется, это очень круто вообще. По крайней мере, так игры были бы гораздо веселее, чем как они есть на Первом канале, но там надо быть слишком умным. Мы не все такие, к сожалению. А тут можно догадаться. Короче, веселая подборка, мне лично очень понравилась. Пишите в комментариях, как вам, и видели ли вы что-то уже из этого, или не видели чего-то из этого, и сыграли ли вы бы в такую игру классную, как стать миллионером с дедами, которые смотрят прям в мою душу сидят. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, смотрите новые видео, и всех с наступающим Новым годом. Пока-пока. Всем пока.